Сингапуре запустили в эксплуатацию 15-этажный торговый автомат по продаже автомобилей люксовых марок. На первом этаже посетители выбирают понравившуюся машину с помощью сенсорного дисплея, и транспортное средство спускается к ним в течение пары минут. Руководство компании, создавшей гигантский торговый автомат, утверждает, что преследовало практическую цель. Нужно было придумать, где хранить большое количество автомобилей, и решение должно было стать инновационным и оригинальным. 15-этажное здание способно вместить 60 автомобилей, и с функциональной точки зрения это вертикальная парковка, которая позволяет дилерскому центру предлагать покупателям большой выбор автомобилей, экономя при этом ценное городское пространство. Кстати, механизм подъема слотов, в которых стоят автомобили, заявляется как собственная разработка компании, так что этот автосалон еще и демонстрация инженерных достижений разработчиков. Причем реклама эффективная. Механизмом спуска и подъема автомобилей уже якобы заинтересовались компании, занимающиеся строительством вертикальных парковок.